турне сопровождалось скандалами, вот сейчас посмотрел информационную поддержку, там то чуть ли не запрещать ваши концерты хотели, то заподозрили, что будете материться. Ну, странно, почему только сейчас заподозрили. Чуть ли там даже про экстремизм не звучало. Вы вообще ожидали, что вот Ленинград станет запрещенной группировкой? Да ну слушайте, нам не привыкать, мы, вы просто не помните, а я прекрасно помню 2003 год, ну примерно такой же информационный фон сопровождал любое наше, там, любой чих, да? Мы не делаем скандалы, скандалы делают нас, мы к ним отношения никакого не имеем, заметьте, и когда говорят, вау, скандальная группа, где, чего? Много вообще из того, что вообще формируется средствами массовых информации, это мыльные пузыри, ну вообще пустота, за этим ничего не стоит. Скандал ради, ну, выдуманный, да, это фантом, мифология, которая существует внутри там какого-нибудь портала, да, к реальной жизни не имеет никакого отношения вообще. Что-то под собой имеет какую-то основу, но обычно освещается таким образом, да, ну, можно же, да, рассказать там про ту же самую пресс-конференцию, вот про эту, да, совершенно разными словами. Рассказать там наглец, мерзавец, курил там, где нельзя, плевал на спорт, экстремист. В нашем хоккейном святом месте совершенно пришел в бежевом плаще, который наносит мне оскорбление, как, блядь, любителю синего цвета, да. Я ехал, пока читал все это, обращал внимание за окна на предвыборные плакаты и поймал себя на мысли, что раньше в репертуаре Ленинграда были какие-то политические темы, даже выборы всех народов. Ну, эту песню написал, положим, не я, да, это не моя песня, она написана Кортневым и звучит в фильме. На концерте я ее ни разу не исполнял, вот. Не потому, что я не думаю, что песня плохая или что-то такое. Я просто сторонюсь обобщений. Мне очень не нравится в этой, ну, в главной строчке, да, этой песни слово «все». Дело в том, что, понимаете, политический подтекст, как вы его назвали, да, хотя и текстом ты это вряд ли назовешь, да, это, ну, такой политический абсурд. Он присутствует в жизни каждого, он влезает, да, и мне кажется, даже если бы я снял какой-нибудь такой, ну, короткометражный, там, пятиминутный какой-нибудь порнографический фильм, да, в этом бы увидели политический контекст, да, подтекст. Политический подтекст находится вот здесь, у всех. Ну, мы этим живем, мы этим дышим. Мы, люди, животные социальные, да, мы не можем без вот этой атмосферы, да, политической. Ну и тем более она, эта повестка нагнетается. Скоро выборы, да. Все это будет с этим связано, так или иначе, хотим мы этого или нет. Да. 5-10 лет мы могли бы увидеть депутата Сергея Шкурова? Или для вам это все? Я не знаю, нет, но мне предлагали заняться подобной деятельностью и неоднократно. Пока я себя не вижу. Пока мне кажется, что структура сама политическая, она убивает в человеке человека. Да? Если ты туда попал, ну это как в менты, да. Ты не, вот, все равно система сильнее. Ты можешь прийти вот совершенно с добрыми намерениями и сказать, сука, я буду честный. Ну и сколько ты продержишься? От каких партий, если не секрет, предлагали? Конечно, секрет. Да, вот сейчас я буду. Угу. Не могу не спросить про солисток новых, не вспомнив прежних. Вот как-то всегда заканчивалось, если не со скандалами, то, наверное, с какой-то суетой вот их деятельности. Сегодня вот как солистки, это равноценная замена? Они как себя ведут, как вам кажется? Ну, слушайте, ну я никогда не ищу, что значит равноценное. Значит, я искал бы такую уже, да. Я таких же никогда не ищу, мне это не нужно. Ну, это как... Есть такая... подростковая травма, да. Если там тебя в детстве отшила какая-нибудь тёлка там в 5 классе, да, ты все время ищешь похожую на нее. Да? Вот у меня такой проблемы не было, да. У меня нет такой проблемы. Мне...
всегда нравилось в женщинах одно качество, да, которое я называю новое. Новая тёлка всегда лучше старой. То есть всегда отшивали прошлых вы, да? Ну, так получается, да. Ну, я вообще не очень уживаюсь с людьми. Долгие отношения — это не про меня. То, что вот мы живем с моей женой 10 лет, да, это абсолютно ее заслуга. Это вот она умеет как-то вот так меня как-то вот направлять. Это не мое качество. Я с людьми расстаюсь легче, чем схожусь.